Добрый день, дорогие зрители, это я с вами Гранаут, я вернулся, конечно, с новым микрофоном, не знаю, как меня слышно, или лучше, или хуже, не знаю, возможно, меня лучше, наверное, даже слышно. Мы сейчас в этой шахте, где и были, с лагами, как всегда, лаги, такие, FPS под 17. 18, что-то уже стремительно так, когда я сюда подошел, где-то было под 30, и опять сюда отошел, тут 16, так, о, 30, когда я стою на месте, или когда зажимаю shift, это очень, знаете, так, да, камень мы ломаем, все мы ломаем, так, вот, нам нужно поставить вот так, так, все. Не знаю, что мне тут варится. Медь. Видимо. Оловянная руда. Еще одна оловянная руда. Давайте вот эту поставим на переплавку. И нам нужно и сейчас еще наломать всего, что мы видим. Потому что она нам пригодится. И не знаю, куда ее вернусь еще в эту шахту. Потому что мы даже не начинали строительство дома. Дом, наверное, будет маленький. Механизмы будут, наверное, все снаружи. Так как их будет очень дохрена. Не знаю, может какие-то мобы может нарушить, такие как крипер, но я надеюсь, что такого ничего не будет, потому что... Ну а что потому что? Потому что... Так, мы видим еще олово. Если это, конечно, не серебро. Я его всегда путаю. Так, и вот так. Собираем все. Не знаю. У меня вот на ютубе есть некоторая аудитория, которая смотрит мои видео, и смотрит их постоянно, и ждет новых выпусков. А есть такая аудитория, такая, как вообще ничего не смотрит, не комментирует, вообще не активно. Не знаю. Надеюсь на ту аудиторию, которую я назвал в начале. Так, все надежды на вас, подписчики. Еще, о, мы сделаем еще кирки, супер. Не знаю даже, что можно нормально сделать такое. Из сапфира сейчас, давайте посмотрим. Кирки, сабли, ножовки. Кстати, для чего ножовки используются? Я не помню. Честно, мне, о, у меня опять скины Слендера. А, это, наверное, потому что я в режиме онлайн. О, офлайн. Ладно. Играю сейчас на сборке Бендера. Так, на... Можно сказать, даже практически на его серваке, потому что я просто через лаунчер зашел в серварк, потом с него вышел и создал одиночную... Не знаю, потому что может мне лень забрать сборку, не знаю. У меня просто времени еще мало, я это говорил в тех летсплеях, которые были ранее. Так, ничего тут такого хорошего не вижу, кроме золота. Так, тут заброшенная шахта. Так, мы, наверное, будем подниматься сейчас и добудем золото наконец-то. Я так ждал этого момента. И мы даже подняться к нему не можем. Так, вот так. И аллилуйя. У нас есть золото. Так. Слитки даже нет куда положить. Наверное, давайте переплавим что ли золото. И гравий выкинем. Положим сюда это, потом. Это выкинем, положим сюда это. Все. Цветок, зачем мне цветок? Я даже не знаю для чего мне нужно сейчас возвращаться домой. Печку, конечно, наверное, заберу, потому что она вообще необходима, как. Так, шерсть, даже не знаю, наверное, она мне не надо. Вот, заберу лучше слиток и печку. Блин, печку не умею ломать. Так, блин, до сих пор не могу привыкнуть, потому что у меня все уже, все индустриальное было в моих мирах. А
Вот тут я не привыкаю, потому что индустриальные предметы нужно открывать как бы ключиком. А тут киркой ломаю железную печь, знаете, она так напоминает генератор, что же не хочется ломать киркой. Ай, блин. Идем, идем. Не знаю, я все делаю для своих подписчиков, для зрителей, а они не смотрят мои видео, хотя подписчиков достаточно, предостаточно. Так. Вот так. Что мы нашли? Апатит и николит. Это две такие руды говняные, конечно. И клит мне вообще не надо, это говно. Так, апатит можно взять чуть-чуть. Не знаю даже, как делать, ну, знаю, как делать с него удобрение, но не знаю, как его использовать так. Вот такой я профессионал. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как меня... О, Бальзак. Бальзаку или Бальзату. А, Базальты. А то я уже вспоминаю, короче, бальзаковский возраст. Ладно. Это мы не можем ничего ломать, так. Что у меня? Все, возвращаемся сейчас домой. Железно говорю вам. А как еще не железно вам сказать? Я не знаю, для чего нам базальт. Сейчас посмотрим, что у нас есть лишнее. Наверное, лишнее у нас красители. Потому что нахрен они нам надо. Блин, вот так все. Еще можно чуть-чуть угля добыть. Не знаю, может, возможно, я сделаю генератор на углях. Но это, наверное, даже может в крайних случаях будут создаваться при переизбытке угля, дабы избежать переполнения сундуков и так далее. Но сейчас пока это нам не нужно. Так, у нас 61. Так, вот мы еще видим. Вот, видим. Блин, какое железо. Мы видим. Я что-то начинаю заговариваться, дорогие зрители. Так, все. То, что я хотел найти, это редстоун, я не нашел. Так, и мы идем, значит, домой. Дабы избежать конфликтов с природой. Так. И мы нашли золото. Скоро будут золотые провода, и это очень хорошо. Блин, не знаю, дорогие зрители, напишите, пожалуйста, или хотите вы больше летсплей или урок, потому что вести, наверное, нету смысла. Урок отдельно от этого. Хотя те, кто не любят мои летсплеи, так могут посмотреть видеоурок и научиться чему-то, несмотря долгие, скучные там минуты такие. Так, что я еще хотел? Мы пошли отсюда и, наверное, пойдем сюда. Наверное, мы даже отсюда и пришли, сколько я понял. Так. Идем. Так. Да, мы отсюда пошли. И, наверное, будем как-то возвращаться домой. Он мой даже... Я вначале думал, что мой чекпоинт... Подождите, это что такое? Мне так пугает меня, я думаю вначале, что это алмазы, а потом обламываюсь. И вижу, что это не алмазики. Так, вот, свитху. Мы даже, наверное, сейчас и опять
эти руды бесконечные, я даже... У меня уже переизбыток от них. Опять сделаем, может, эмеральдовую кирку сделаем, я не знаю, можно, если вы захотите. Напишите, что мне лучше всего сделать с киркой, с эмеральдами и так далее. Это лучше всего будет. Нахрен нам вот этот булыжник, выкинем его нахрен. И напишите, или у меня лучше слышно с этим микрофоном, или хуже, как вам там. Я не знаю, но мне какие-то, знаете, такие звуки слышно, голос все нормально отображается, а вот какие-то там шипящие, там такие фигни. Ну, хотя ничего такого, походу, и нету. Так, вам, наверное, ничего не видно, извините. Я просто заигрался. Так. Я один раз летсплей снял там, где я строил дом ночью. Пересматриваю свое видео и вижу, там оно все затемнено. Представляете, ты играешь летсплей, потом у тебя какая-то ошибка, например, выбивает. И ты, например, заканчиваешь снимать видео, а потом тебе надо... как бы извиняться перед своими зрителями про то, что почему ты не снял кусок там летсплея определенный. Это очень как бы плохо. Ну, не плохо имею в виду в таком смысле. Но имею в виду, тратишь свое время, объясняешь. Зрители ничего не хотят понимать. Думают, что ты щитами играешь еще там. И, ну, то есть гейм-мод включаешь и так далее. Конечно, это ваше право, вы думаете, что хотите. У меня тогда на второй летсплей в реале я записывал 3 дубля, и еще в конце у меня ошибка выбила, и это было вообще омерзительно настолько. Так, будем, наверное, выбираться отсюда вот так. Ничего я монтировать, вырезать не буду, дабы вы видели, что тут творится в летсплеях, да и так далее. Чтобы вы знали, что и как, потому что некоторые просто вырезают моменты или говорят, что они куда-то уходят. И там, например, читерят себе всякие предметы, а потом говорят, что их не было или что-то с их записью, например, и там ходят себе, например, с алмазиками, делают типа видеоподтверждения, как Дизель или ложка, что они там где-то ходили, и что... Они просто поделали запись, то есть создали новый мир и сделали типа они бегают там что-то еще. Ну ладно, давайте не будем очень много обстановки, как говорят, там галдеть. Так вот, мы пошли, бежим. Наш домик, спим. Эта кровать занята. Могу вам показать, у меня никакого читерского предмета нету тут. Сейчас даже давайте открою чат. Он даже тут не открывается. Потому что его тут нету. Так, берем дерево, делаем еще один сундук. Thank you.
даже уран есть. Мы можем компрессор сделать так. Не, знаю, стиски там, где стержни надо делать, я забыл. Блин, мы могли сразу в компрессоре целую руду, но как руду сделать? Бим-бим-бим-бим-бим, мы не знаем. Так. Вот, конечно, хочется мне сделать еще дробитель. Энергию-то. Делать толковато. Так, давайте, дорогие зрители, всем спасибо за просмотр. Наверное, я расчищу тут территорию, сделаю вот перед вами сейчас лопаты две. Вот. Смотрите. Так, сюда. Вот делаю две сапфиры лопаты и буду расчищать тут территорию для нашего дома. А с вами был Агронаут, его летсплей по Майнкрафту. И я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Жду ваших комментариев очень с нетерпением. Пока.